Секрет успеха номер 4. Занимайтесь тем, что вам нравится. Это один из главных секретов финансового успеха, а также одна из основных зон ответственности в жизни. Вам нужно найти занятие, которое вам действительно нравится, к чему у вас есть природные способности, а затем вложить всю душу в то, чтобы делать свою работу очень-очень хорошо. Создавшие себя миллионеры – это те, кто нашел сферу, где их врожденные силы и таланты оказались именно там, что требовалось для работы и получения желаемых результатов. Большинство подобных миллионеров утверждают, что они ни дня не проработали в своей жизни. Вам нужно найти именно ту сферу, которая полностью увлечет вас. Работу или сферу приложения усилий, которая полностью очарует вас, будет удерживать ваше внимание и будет естественной средой для ваших врожденных талантов и способностей. Когда вы заняты тем, что вам нравится, вы постоянно испытываете азарт, прилив сил и идей того, как еще улучшить свое дело. У меня к вам вопрос. Если бы завтра вы выиграли $1 000 000, не облагаемых налогом, продолжили бы вы заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Это отличный вопрос. По сути, это вопрос, что бы вы делали, будь у вас время и нужная сумма денег, чтобы свободно выбирать себе занятия. Создавшие себя миллионеры, выиграй они 10 миллионов наличными, продолжили бы делать то, что уже делают. Они лишь делали бы это по-другому, либо лучше, либо на более высоком уровне. Но они настолько любят свою работу, что даже не думают, чтобы сменить ее или уволиться. Возможно, самая большая ответственность взрослой жизни – это выбор из множества разных профессий и родов деятельности, нахождение того, чем действительно нравится заниматься, чему нужно посвятить себя. Никто, кроме вас, не сделает этого выбора.